праздник был для тех, кто просто пришел посмотреть, а для тех, кто непосредственно этим всем делом занимался, это была очень сильная ответственность. Я думаю, что мы посражались бы. За страну, за наш гимн, за наш флаг. Только за страну. А естественно, и как бы тут этот вопрос и разделять-то нечего. Выступая за себя, ты выступаешь за страну. Победа куется не просто так, а победа дается только сильнейшему. Тут никуда не денешься. Для всех спортсменов это самое главное, потому что Олимпиада бывает раз в 4 года. И никто не знает, выступав на одной Олимпиаде, будет он выступать на другой или нет. У нас была очень хорошая команда, были хорошие результаты. Вот, конечно, ностальгия по прошлому есть. Мне очень нравилось тогда в Москве. И сейчас я приезжаю, ну, как бы свой второй родной город. Все знакомо, все просто. Поэтому я не ощущаю себя иностранцем. Москва. Олимпиада в 80. Ход конем.